Извини, пробки. Все отговорки. Я-то не на вертолете летаю, однако успеваю. Да? Знаешь, а ты дай мне номера с флажком, как у тебя. Тогда я тоже буду везде успевать. Дай, дай, дай. Кто бы мне чего дал. Все самому приходится, даже... Да я знаю. Как тебе это удалось? Как и все остальное, за что я берусь. Теперь препятствий никаких. Можно начинать. Мы уже начали. Процесс пошел. Надо, чтобы быстрее шел. Деньги приносят результат. Ну, давай, начинай. Это тебя все равно не спасет. У тебя все в порядке на работе? Угу. Просто терпеть не могу, когда ты такой. Какой? Такой. А что это? Зина. Зина отмечала. Каждый день, пока ты работал в Африке, радовалась, что дней становится все меньше и меньше. А почему ты раньше не сказала? Ну, а зачем? Что бы это изменило? Спрячь, пожалуйста. Ненавижу Африку. Если бы не Африка, мы бы с тобой ютились в коммуналке. Может быть. Но я бы не потеряла 3 года жизни с тобой. Знаешь, дорогой, мне иногда кажется, что в коммуналке нам было не так уж и плохо. А что, Зина не в школе? У нее отменили 1-2 урока. Почему? Учителя заболели. Ваня, 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 подожди, подожди. Я хочу поговорить с ней. Присядь, пожалуйста. Я поговорю. Присядь, пожалуйста. У нас вчера кое-что произошло. Привет, папочка. Доброе утро. Ты как? Ничего, только тут болит. Ну-ка, ну-ка. А как это вышло? Зина была в ванной. Я подошла к двери. Ну? Зина меня ударила дверью. А, ну это случайно. Не, специально. Зина знала, что я за дверью стою. Я же сперва постучалась. Ай, плакала? Угу. Мам, я не хочу идти в садик. Нет, Коля, прибывай. Забегай мне пораньше, хорошо? Давай сегодня не пойдем в садик. Я не хочу идти. Пожалуйста.
ездили отдыхать. Галь! Галя! Юра, мы же договорились. Слушай, Юра! Галь, я просто принес подарок сыну. Ты должен был позвонить. Мам, я боюсь. Слушай, не нагнетай, а? Я прошу тебя, уйди, а? Я прошу тебя! Я буду кричать! Я тебе звоню, ты трубку не берешь! Иди, пожалуйста, Юра! Юра, я прошу тебя, Галь, иди ну скорее что? Быстро. Я боюсь. Что, я тебя с топором, что ли, ночью встретил? Юра, я прошу тебя, уйди, пожалуйста. Да пошли вы все. Проходите. Спасибо. Фу, Данилюш, ну что ж ты, это ж не наше. Ну, пойдем, оставь, оставь. Ну, нельзя же так. Да. Ты где? Тебя шеф ищет. А что меня искать? Я до трех ночи валандался в этой больнице. Могу я выспаться вообще? Вот сам ему об этом и скажи. И скажу. А что, настучали уже, что меня нет? Блин, что ты за человек, Юра? Никак с тобой спокойно не получается. Спокойно. Ладно, давай. Спокойно они. Аж зубы сводят. Может быть, Зина с дверью не рассчитала? Я не думаю, что она могла сделать это нарочно. Хорошо, если так. Салют, Эскулапу. Зин, подожди. Зайди, пожалуйста, к Карине и помирись с ней. А я с ней не ссорилась. Ты щеку ее видела? Ну и что, подумаешь, неженка. Притом все вышло абсолютно случайно. Ты уверена? Ну хорошо, даже если случайно. Извинись, пожалуйста, ради нас. Ради вас? А с какой стати? Я вам ничегошеньки не должна ровным счетом. Но мы тебе, конечно, обязаны. Само собой. Интересно, поясни. А что тут непонятного? Я побочный продукт вашего удовольствия. А за удовольствие надо платить. Поэтому кормить и поить вы мне по жизни обязаны. Ну, потом я вас буду содержать, когда вы станете больными и старыми. Тут все реально по-честному. Не очень яркие губы для школы. Все, мне пора. Пока. Успокойся. Возраст. Ну что, парень из молодых и ранних уродцев. Галстук, костюмчик, иномарочка, дачка. Влез какой-то блудняк и не рассчитал свои силы. Сам женат. Но, похоже, пользовал эту художницу периодически. Дев, конечно, жалко, но надо выбирать, с кем трахаться. Вот, собственно, и все. Не густо. А что заморачиваться? Район дел заведет. Одним вором стало меньше. Почему вором? А что, он честный? В 20 с хвостиком, в полном шоколаде. Вот ты с этим и разберешься. У района дело забрать, составить подробный план, всю информацию мне, вопросы. Владимир Романович, у меня тройник на Балканской. Там район хорошо работает. Угу. Это потому, что там семья слесаря, а тут бизнесюк? Потому что там осталось поймать одного местного гопника, а здесь нужно поработать по-свежему. Понятно. Я все сказал. Решите идти? Юра. Я тебя взял, потому что Иваныч был моим другом. Но я не смогу тебя держать, если ты будешь вести себя, как батька Махно. Здесь не война. Врагов здесь нет. Тебе никто ничего не должен. Мы не делим жертвы на хорошие и плохие. Мы просто берем дело и работаем. Нет, если ты не согласен... Согласен. Долбаная война. Здравствуйте, Иван Тимофеевич. Доброе утро. Ты что, снова на сутках? Теперь только на день. Но все равно толком не отдохнешь. Да мне идет, когда я не высплюсь. Иван Тимофеевич, а можно мне с вами? Можно.
ночью двоих заложила. Да вижу. Что скажешь? Ой, один просто ужасно ругается все время. По-моему, нам психа подсунули. Что значит подсунули? Пациентов не выбирают. У нас больница, а не рынок. А второй? Парень. И как? Ничего себе. Глаза очень интересные. А при чем тут глаза? Ты что, окулист? Меня интересует рвота, понос, общее состояние, температура. Температуру я еще не успела. Подожди, сейчас померим. Милая Ида, солнце сияние Нильской долины, лотос живой, образ твой Позабыл совершенно. Ай-яй-яй. Безумно обидно. Если так пойдет дальше, то это неслыханно. Уважаемый, вы случайно не помните, как там дальше в Аиде? Уа-бра... Юноша! Юноша! Нет ли в вашем запасе какой-нибудь классики? Скажем, случайно, Аиды? У меня Ленинград. Ах, Ленинград? Да, но это совершенно другая классика. Ой. Да, но тут вряд ли. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Доктор. А? Прости. У меня давление совпадает. Простите, что у вас совпало? Ну, систола с дистолой. С диастолой. И что? Ну, как что? Верхний с нижним сходятся. Я, значит, скоро умру? Доктор, вы должны что-то сделать. Вы должны как-то помочь мне. Ну, надо, поможем. Да. Анюта, померим давление. Угу, хорошо. Пойдемте. Ага. Понимаете, верхний с нижним совпадает, и я не знаю, что делать. Перепугался страшно. Будьте любезны, проснитесь. Будем знакомиться. Уйди бы к хорошему. Подъем. Уйди, я сказал. Анюта, Корчагину капельницу, Филлипс, глюкозу с витаминами. Обезвоживание? Угу. И передай по дежурству. А вдруг брыкаться станет? Станет брыкаться, связать. Так. Ну что тут у нас? 120/80. О, давайте посмотрим. Доктор, я умру. Обещаю. Как и все мы. Но я постараюсь, чтобы это произошло как можно позже. Задирайте рубаху. Доброе утро, вы к кому? Ко всем. Переставьте, пожалуйста, машину на парковку для гостей. Как фамилия? Какое это имеет значение? У нас есть правила. Для гостей отведена специальная стоянка. А на меня ваши правила не распространяются. Костя, тут к вам один непонятливый. Прими. Доброе утро. Вы к кому?
к вашему руководству. Договаривались о встрече. Ты читать умеешь? Тут написано «старший оперуполномоченный отдела по расследованию убийств». Значит, представитель власти, занимаюсь важным государственным делом. И вы все должны оказывать мне содействие. Или что? На вашу контору государственная власть уже не распространяется? Распространяется, но есть правила. А у меня есть закон о милиции, по которому я могу применить силу. Хочешь в этом убедиться? В чем дело? Да что вот здесь происходит? Оперуполномоченный Говоров расследует убийство вашего сотрудника. Но, похоже, никто мне не хочет помочь. Евгений Ильич, генеральный директор. Очень приятно. Потеря Игоря Власова стала тяжелым ударом для всех нас. К сожалению, меня ждут в законодательном собрании. Но Петр Васильевич останется здесь и поможет ответить на все ваши вопросы. Договорились? Договорились. Прошу. Иван Тимофеевич. Вермиксин? Да. А кто вам назначил? Я сам. Справочник говорит, что это самое лучшее. Вермиксин – антигельминтное средство. У вас что, глисты? Да. Знаете, какой-то особенный паразит. Очень редкий. УЗИ сидит прямо под сердцем. Я его чувствую. Но это вряд ли. Вас же обследовали. Не, обследования доктор ничего не дают. Абсолютно. Вот я лечусь сам. Вот уже несколько лет. Вы уже несколько лет пьете это? Да. Но ведь одна таблетка на курс. И что, лучше? Ну, знаете, после вермиксина он на несколько ночей успокаивается. По крайней мере, спать не мешает. Хорошо. Я вам помогу. Только вы должны обещать бросить пить вермиксин. Нет, доктор, ничего не получится. Нет, получится. Вы знаете, я несколько лет практиковал в Африке и привез оттуда уникальное средство. Я его пользовал. Результат поразительный. Абсолютно ваш случай. Это, наверное, очень дорого. Я стеснен в средствах. Нет, ничего. Разберемся. Власов Игорь проработал у нас 4 года. Мы приметили его еще на последнем курсе в университете. Талантливый парень был. Прошу меня извинить. За 2 года от простого юриста вырос до начальника одного из наших юротделов. Сколько стоит ваш кабинет? А я не знаю. Этим занимались специальные люди. А чем занимался отдел Власова? В его задачи входило получение государственных лицензий, всевозможных разрешений, ну, а также согласование некоторых наших сделок с органами власти и управления. А по-русски? Вам, как не специалисту, я боюсь, трудно будет понять. А я попробую. Послушайте, наши товары особого рода, и внимание государственных органов к нашей деятельности постоянно и пристально. Мы шагу не можем ступить без их разрешения. Ясно? Чем же вы торгуете? Химико-фармацевтической продукцией. Проще говоря, лекарствами. Доктор, я имею сказать пару слов. Опять печень? Я вас умоляю, при чем здесь печень? Веслинер мой в полном порядке. Тогда что? Аида. 40 лет мы с ней были неразлучны, и вот теперь она от меня ушла. Не побоюсь сказать, это жестоко. Это ваша жена? Аркадий Борисович хочет сказать, что слегка подзабыл свой прошлый оперный репертуар. Истинно так. Я вообще стал все забывать. Так вы в опере пели?
молодости служил в народном театре и имел большой успех. Теперь, конечно, в это трудно поверить. 220 на 110. Это просто смешно. Нет, это совсем не смешно. Вы принимаете то, что я вам прописал? Конечно. Я аккуратно слежу за здоровьем. Я вам выписывал схему, где она. Так. Сейчас. Так. А? Понятно. А? Анюта, отныне и впредь. Аркадий Борисович принимает все лекарства. При тебе и прямо из рук. Иван Тимофеевич, вас Борис Васильевич, срочно. Но у меня еще один больной. А он сказал срочно? Да все в порядке, доктор, я подожду. Еще немного времени мне осталось. Стерильно. Прокуратура вчера произвела обыск. Мы спросили, можно ли убраться. Они разрешили. Угу. Был я в прокуратуре. Ничего, кроме плейбоя, их не заинтересовало. Ну почему? Они забрали записные книжки, визитницу. Хотя какое отношение смерть Игоря может иметь к работе? Здесь просто нет никаких причин для убийства. Да? Думаете, совпадение? Какой-то хулиган решил пострелять, а тут подвернулся Власов с подругой, да? Ну почему? Он был с девушкой. Может, у него были какие-то проблемы. Ревность, в конце концов. Может, может. Что-то интересное? Да нет, ерунда. Позовите мне, пожалуйста, секретаршу Власова. Садись. Я же просил тебя зайти. Извини, замотался. Вот так всю жизнь и промотаешься. Есть интересное предложение? Давай. Тебя заинтересует, я уверен. Ну, говори. Будем тестировать препарат, совершенно новый. Разработчик заявляет фантастические возможности. Какой группы? Противовирусный. В основном гепатиты, БЦ и Дельта. Впечатляет. Какова эффективность? 90%. Ну, небывалая вещь. Если, конечно, это правда. А что еще? Это просто чудо, что военные себе не забрали. Но мне удалось пробить. В итоге отдали нам. Почему тебе? Ну, ты же знаешь, у меня в комитете неплохие контакты. Впрочем, пришлось побороться, неважно. И когда придет к нам? На днях. Времени просто в обрез. Условились так. Первый результат до Нового года. Какой период лечения? 3 недели. Ну, Борь, ничего не получится. Почему это не получится? Смотри сам. Группу собрать, с родственниками договориться. Плюс диагностика, это минимум 2 недели. Плюс 3 на лечение недели, так? Посмотреть отдаленные последствия, это минимум месяц. Ну, накинь неделю на отчет и минимум 2,5. Это к февралю, не раньше. Это плохо, Ваня. Очень плохо. Перехватят, Ваня. Ты же знаешь, как у нас. А это...
А это средства. Это внимание к больнице. Это премии, в конце концов. Надо успеть. Борь, поторопить природу нельзя. Ты меня вот как не проси бежать быстрее машины, я же не смогу. Не сможешь. Но пройти там, где машина не пройдет, сможешь. Давай начнем, а там посмотрим. А вдруг результат сразу проявится? Что мы теряем? Нет, ну начать можно. Ладно. Только мне нужны ассистенты. Конечно. Конечно. Прикинь, с кем тебе лучше работать. Ну а чего прикидывать? С Полежаевой. Недостаточно. Тут работать на износ придется. Возьми еще Галочкина. Галочкина? Угу. Да он разгильдяй. Ну вот и будешь его учить. Кто-то должен. Боря. А, снадобье-то как называется? Эмтрал. Ничего необычного. Он приехал без опозданий. Я принесла корреспонденцию. Ему кто-нибудь звонил? Через меня нет. Если только на мобильный. Заходил кто? Нет. А что он сказал, когда уходил? Сказал, что будет на телефоне. Вы можете идти. Но вам ведь может понадобиться. Ну, я тогда вас найду. Хорошо. Тебе нравится здесь работать? Да. А кто тебя трахает? Что? Ну, трахает кто? Начальник отдела или кто повыше? Что думаешь, они тебя защитят? Кому ты нужна? Это я тебя посажу в камеру на 3 суток. Так завоешь, что в Америке будет слышно. Ну! Говори, кто к нему приходил утром. Зварич Олег. Зварич Олег. Олег. Будем знакомиться. Я ваш доктор Иван Тимофеевич. Как по отчеству? Просто Олег. Можно на ты. Договорились. Что беспокоит? Так я же вроде в приемном говорил, там в истории должно быть записано. Ну, а кроме того, что записано? Рука болит. Фантомные боли? Ну, не знаю, как называется, но больно. Давно? 2 года. Учился в педагогическом. На 2-м курсе деньгами кранты настали. Перевелся на вечернее. Устроился на стройку работать. Как-то пошел стропу отцепить. А крюк возьми да оторвись. Ну вот, тросом и срезало, как бритвой. Боли сразу начались? Через 2 месяца. Да причем, знаете, такие, что... Хоть петлю. Врачи начали наркотики колоть. Потом выписался. Начал сам задвигать. Ты все еще колешься? Не, соскочил. Как? Женился 1.5 года. Ребенка хотим. Да боимся с женой, что ребенок больным будет. Вот и соскочил. Только поздно, как оказалось. Доктор, а мой гепатит малышу тоже передастся? Не обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, собственно? Я из уголовного розыска. Расследую убийство вашего друга. Власов же был вашим другом? Да, конечно. Тогда вы точно должны знать, кто его убил. Я-то откуда знаю? Бред какой-то.
Друг всегда должен знать, кто убил его друга. Прошу прощения, вынужден прервать. Юрий Олегович, вас срочно к генеральному. А с вами очень хочет поговорить начальник ГУВД. Да, товарищ генерал. Капитан Говоров, убойный отдел. В жопу. Есть идти отсюда в жопу. Володь, привет. А, здорово. Ты Семенова не видел сегодня утром? Он мне денег должен, обещал 7-го вернуть. Ну, расслабься. Он неделю взял за свой счет. Заболел? Не доложился. Говорят, у него вчера что-то на операции случилось. Может, запой ушел. А, плакали мои денежки. О, на ловца и зверь. Ты мне нужен. А, не, никак не могу, из блатной палаты зовут. Давайте потом. Ну, потом, так потом. Так. В каких палатах будем работать? Только в моих. Третья и четвертая. Угу. А сколько там человек? Мужской 4. Третья пока занята 5 коек. Значит, давай, делим их на 2 части. Первая группа опытная, вторая контрольная. Угу. Обе группы должны быть сопоставимы по анализам, понимаешь, да? Да. Кого куда поместить? Вот сейчас мы с тобой прикинем. Принести вам историю? Не надо, я и так всех помню. Записывай, Ириш. Третья палата. В опытную группу пойдут Емельянова и Минкина. Все? У Емельяновой там подруга Галина. Ее тоже в опытную? Нет, ее держим в контроле. А как они к этому отнесутся? Ну, ты знаешь, им всем будет не очень просто. Только они пока еще об этом не знают. Алло, это хирургия? Добрый день, это ваш офис инфекции. Скажите, Мальцева еще не ушла? А, нет, я сам подойду. Спасибо. Ну, что у нас там дальше? Четвертая палата. Мужская. Знаешь, что это? Это заявление секретарши Власова, что ты ее оскорблял и оказывал на нее психологическое давление. И резолюция генерала Червленова. Разобраться с тобой и наказать по полной. Девушка на втором месяце беременности. Скорую пришлось вызывать. Выходит, уже не девушка. Интересно, от кого? В смысле? Беременна от кого? Она же мне так и не сказала, кто ее трахает. Ты что, идиот? Да. Вы же знаете, у меня и справка есть. Ты мне свои контузии здесь не тычь. Здесь не война и не допрашивают пленных. Здесь нужно работать головой. Вы же знаете эту братью. Не присанешь, ничего не добьешься. Кого? Кого ты присанешь? Гермес — одна из крупнейших компаний в городе. Они тебя с дерьмом съедят. Подавятся. Понастроили, понимаешь, дворцов. Они думают, что они власть. Мы скоро будем записываться. На прием для допроса. Или нас будут гнать в шею, как Халуев. Если бы я ее не прессанул, она ничего бы не рассказала. Только надавил, сразу вспомнила, что все утро этого Власова искал его друг. Записочки оставлял. А Шунько этот знает что-то. Боится только.
Сядь уже. Ну и что толку с твоей информацией? Она вон заявление написала. Шунько твой от всего этого шума запрется. Прокуратура тебя отымеет, а мы останемся с голой задницей. Думать надо вперед. Если бы генерал меня не отозвал, я бы этого Шунько выпотрошил. Генералов тоже надо брать в расчет. А теперь нас потрошить будут. Я отстранен? Не надейся. Работой Власова займется Плетнев. А ты разрабатываешь личную версию. Ревность, бабы и т.д. и т.п. Да, проверь обход. А то территориалы находились с Гулькин хрен. А Шунько? Займется Плетнев. Ну да, он займется. На новый БМВ назанимается. Иди, а. Валюсь, давай. Ой, держи. Здравствуй, Тамара. Ванечка, здравствуй. Есть пара минут? Ванечка, для тебя хоть пара дней, а лучше пара ночей. Ну что ж, не вопрос. Пойдем обсудим. Пойдем. Тамара, у вас умер больной прямо на операции. Бывает. Твой-то в чем интерес? Семенов его оперировал. Угу. А из сестер кто? Ну, я. Он что, родственник твой? Нет. Тогда непонятно. Я его видел в приемнике. Случайно. Касательный огнестрел. Для жизни угрозы не было. Потом узнаю, что помер. Получается, ни с того, ни с сего? Или я что проглядел? Да ничего ты не проглядел. Все так и было. А помер он от того, что сердце остановилось. Семенов еще даже толком работать не начал. Подожди, как сердце? Он же молодой еще. Ладно, Ванечка, я тебе скажу, раз ты такой любопытный, но учти, между нами. Согласен? Я думаю, Тюльпанов наш облажался. Тюльпанов? Анестезиолог из новых, недавно работает. Так вот, он сначала с этим Власовым переговорил, о чем я не слышала. А позже велел мне ввести для Рауш-наркоза самбревин. Я еще удивилась. Мы же его 100 лет не используем. Но спорить не стала, доктор все-таки. У меня самбревина не нашлось, пришлось брать на гинекологии. Ввела 2 куба. Семенов только работать начал, а тут такое дело. Фибрилляция. Угу. Сначала думали, вытащим, но завести мотор так и не смогли. Здрасте. Тамара, у меня к тебе просьба. Ты и сама об этом пока никому. Ладно? Ну, обход так обход. Хороший, хороший. Хорошо кушай. Кушай, кушай, кушай. Здорово, бабуля. Здорово. Кто такой, что надо? Серьезный ты человек, бабуля. Что надо? Может, знала девушку, которая в мансарде жила?
Ту, что с парнем вчера убили. Знать не знала, а видеть видела. Такая тихая, все картины рисовала. Носила их туда-сюда, туда-сюда. Хороший. Ты у Татьяны Пенкиной, она рядом живет, в квартиру зайди. Они все-таки общались. Ага. А я-то что, я на первом, а не от меня бабуля. Далеко. Не жалко пенсию на кошек переводить? Не жалко. Это лучше, чем на внуков козлов, которые ждут моей смерти. Лучше эти благодарны будут. Этим квартир не надо. Кушай, кушай. Как плохо. Как плохо.